Вот такое сегодня море. Вроде бы как красивое, ласковое, но немножечко агрессивное. Близко подходить не очень хочется, потому что вода мокрая, вернее, не вода, а песок влажный. Я думаю, что какая-то из волн пробивает подальше. А мы-то уже с вами в курсе, да, как чего бывает. Неожиданно, и деться некуда будет. Поэтому просто любуемся. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня суббота, Махмуд Ларе, рынок. Предлагаю пройтись, глянуть быстренько по основным позициям, то есть что, как, чего подорожало, подешевело. Вот, много ли нашего брата здесь, как бы, ну, в целом, глянем, посмотрим, вот, обсудим, заценим и оценим. Погнали все жить. Так, рынок большой, субботний. Значит, что я вижу? Мандарины по 10. Основные, значит, есть по 5. Маленькие яблочки. Это на входе. Клубника крутая, крутейшая. По 100. Так. Ну что, давайте смотреть вокруг. Какая категория народа присутствует? Кого преимущественно больше, кого меньше? Как это вообще на сегодняшний день происходит? Что с рынком и так далее? Так, гранатовый сок, напиток получается. Значит, микс 25, наверное. Гранатовый будет стоить 30. Так. Далее. Авокадо за штуку 20. Бананы 20. Морковка по 15. Брокколи 20 лир. Белокочанка 25 за штуку. Есть чуть поменьше, получается 30 больше. А белокочанка 20 меньше. Значит. Так, обычная капусточка 25 за штуку. Так, мандарины 10, яблоки, понятно. Айва 35. Значит, ну, такое, это груши типа, убогенькие такие грушки, зачмоханные, не сладкие, не вкусные, без аромата, без запаха, но груша. Так, это вот, пожалуй, чем богатый. 50 и огонь. Так, дальше. Яблочки красивые. 30, 25, 20. Так, апельсинки, да, понятно. 30 лир за штуку. Бананы черные, нахрен вообще. Но по 15 лир за кило. Вот еще чуть-чуть и выкинет просто. Вот эти вот точно выкинет, но по 12 лир продаю уже. Уже просто пора раздать людям. Просто раздать. Так, здесь у нас что? Здесь зелень, значит, получается. Укроп, петрушка по 10. По 10. Вот. Больше пока цен не вижу. Ну все, так, грибы, наверное, по 100.
100. Народу как бы много, но смотрите, кто. Помолчал, послушали, посмотрели, насладились звуками турецкого базара. Красивые, большие, по 25. Огурцы, значит, перец капи, опять 40. Огурцы 25 кило, помидоры красивые, по 30. Более-менее розовые такие тоже 30. Вот, подпорченные по 20. Да, манго 250 за кило, слива 50, виноград 80, арбузы за валяшки, 50 турецких лир за килограмм. Дядя, ты охренел, 50 за кило, это уже просто перебор. Да, да, хотите арбуза по 50 лир за кило? По 2 доллара за килограмм. Заболели вообще, что ли? Так. Значит. Так, изюм. Изюм по 200. По 200. Финик, наверное, лир по 300. Нет цен. Не скажу, не вижу. Так, маслины. Маслины. Значит, куку вяленые. 250, 220, 160, 250. Ценник все интереснее и интереснее. 200, 160 типа с чем-то. Ну какой. Легче не становится, на самом деле, ребята. Так, 10 минут, я уже говорил. Такой базар. Такой базар. Грибочки появились, типа лисичек. На какой рабе кто? 100 лир. 100 лир, 1 кило. Ага. 100 лир, да? 100 лир за килограмм грибов. Ну, как бы такое. Борчу. Просто рынок теряет свою красоту, по большому счету. Значит, хурма. Хурма давленная, хурма спелая. Это на королёк больше похоже. 30 турецких лир за килограмм. Киви местного разлива по 20 за килограмм. Так, свекла понятно. Картошка 20 крупная. Лук 20. 18 мелкая картошечка. 18 мелкая. Так. Вот. Смотрим на категорию людей, да? Юзлира, вот Элли, лира за кило. Очень просто. 25 турецких лир бананов. Так, клубника. Клубника по 80. По 80. Шелковица 100. Малина. Это не малина. Это даже я не знаю, что это. От смерти, наверное, да? Так, далее. Помидоры 30. Вот и весь как бы очень богатый базар.
Все? Русской речи не слыхать, кроме меня, практически. Вот так вот, ребят. Так, смотрим. Курага 350. Финик 350. И понеслась. Так, огурчики по 10 турецких лир. Они эти огурцы очень жесткие, грубые, сухие. Так, 10, 10, 10, зелень, морковка 15, салат большой по 20, бананы здесь 25 безизменно, яблоки никакие, понятно. Здесь уже киви по 30, хурма уже по 50, клубника по 90, ну, как бы есть варианты. Кумкват по 50, арбузы, это вот прям вообще... Даже спрашивать не хочу. Удивили. Каштаны для жарки по 200. Мераба. Смотрим, значит, что, о чем на сегодняшний день. Вот он, настоящий турецкий рынок. Без русских туристов. Вот. Как они хотели, так они вот его и получают. Как бы. Нормально все. Супер, молодцы. Распродались, хорошо, в ноль. Домой теперь. Сейчас начнут гаситься по ценам, по всем остальному, потому что это безобразие. Капи 40 безизменно. Котлы сладкие 30. Мандарины вялые, жухлые 10. Хурма уже по 60. Короче, лимоны красивые. Лир по 10, наверное, лимоны. Так, здесь по 10 вижу. Вот примерно. Здесь перчиковый 30. Брюсселька 100. Виноград очень, видимо, его мало осталось в этой жизни. Ну, вот как-то так. Грустненько на самом деле. Стоят с выкладкой своей. Кабачки вон прям не дали вырасти. Мини-цукини. Айва красивая. Ощущение, что она не местная. Вообще 20 лир за кило. Мандарины разбирают тупо на базаре. И, в принципе, вот вам весь базар. Что купили? Мандарины. Охренеть. Так, баклажанчики по 15. По 15. Лук по 15. Зелень понятна, морковка понятна. Это все ясно. Так, тут мандаринки помельче, по пятерочке. По пятерочке. Так, помидорки. 30-30. Черри органик 40. На веточке помидор 40.
Зеленый, интересный, красивый помидорчик. 50. Короче, грусть, печаль, ребятки. Грусть, печаль. Это Махмутлар. Это центр, субботний рынок. Как бы, ну вот, я говорю, смотрим, да? Народ. Вроде бы да, вроде бы есть, но покупатель уже не тот. Ну, еще пару таких вот недель, и рынок будет все меньше, меньше, меньше и меньше. Хотя... Короче, все купили мандарины, дружно валим стороночку. Вон еще по 10. Есть наши, единичные варианты. В большинстве турки. Но не было бы все так отрицательно, если бы не было такого положительного. Красиво, штормит, бьет прям вообще подо самого почти парапета. Вот это вот единственное, что на сегодняшний день еще вызывает какое-то умиление, благосклонное отношение и прощение всему тому, что происходит. Но стоит ли они того вообще?